Добрый день всем. У нас новое видео об морской системе, которая уже на данный момент, я могу сказать, запущена в Минске. Габариты дисплея в аквариуме 1200 на 500 на 500 миллиметров. 12-миллиметровое осветленное стекло используется. И внутренняя боковая шахта. Так вот выглядит аквариум, как у вас на экранах. И пробежимся по тому, как выполнена, в принципе, вся система. Также покажу просто обалденную коллекцию кораблей у владельца. И в самом конце видео вы сможете увидеть уже, ну, аквариум. Не актуальную, в принципе, информацию вот прямо на день просмотра, но уже актуальную информацию примерно где-то через 3-4 недели после запуска аквариума. Темно-синяя пленка. Мы очень часто в последнее время начали ее использовать. Очень она мне нравится. Разборные гребенки. Стандартная шахта из черного триплекса. И, в принципе, стандартная гидравлика. Видны отверстия под развоздушку. Штуцер, он регулируется с помощью. Него можно регулировать направление. Ну и вот как раз таки два отверстия развоздушки. Они располагаются на уровне низа прорезей в гребенке. Тумбу владельцы делали сами. И тумба прям прикольная. Вот эта вот конструкция открывания тумбы мне прям очень впечатлило, очень понравилось. Оксана, Петр, я могу сказать, вы просто офигенные молодцы. Это выглядит реально классно. Самп в системе 65 на 40 на 35 сантиметров. Конструкция стандартная. 4 отсека и, в принципе, тоже стандартная гидравлика. Кран тонкой регулировки, 25-е трубы. Наши любимые гибкие рукава и возвратная магистраль, тоже через гибкий рукав с уголком под 45 градусов и разборной муфтой. Так вот боковинка выглядит, шахта закрыта, какая-то грязь будет, этого не будет видно. И, в принципе, тоже стандартная конструкция. Ближняя к нам — это основной слив трубка, аварийка примерно на сантиметр ниже прорезей в гребенке. Возвратная магистраль, она разборная. Если необходимо почистить, она спокойно снимается, никаких вопросов, в принципе, в этом нету. Вот еще раз, вот так выглядит дисплей, вот так вот выглядит система. Очень даже красиво. Мне, в принципе, нравится. Да и вообще, мне очень нравятся аквариумы из толстого стекла. Они действительно смотрятся очень-очень-очень, как-то правильно выразиться, наверное, статусно. Наверное, вот так можно сказать. Ну и сейчас хотелось бы показать коллекцию кораблей. Я просто завис, когда мы первый раз приехали к владельцам аквариума. Хотелось бы тоже сказать, Петр, ну я прям вот снимаю шляпу перед вами. Мне всегда очень нравились коллекции кораблей. Я вот именно такое количество их я, откровенно говоря, не видел нигде. И очень даже что понравилось, то что, вы знаете, просто каждый корабль, его название, его историю, это прям, ну, это прям реально классно. Я думаю, у вас тоже реализуется идея по поводу того, чтобы над аквариумом располагалась полочка, на которой будет стоять корабль, и это будет в будущем просто космически смотреться. Ну, а сами модели, они просто обалденные. Я думаю, кто увлекается сбором таких моделей, знают то, что они приезжают все серенькие, и тут, ну, как бы видео это будет видно, каждый корабль, он
просто-напросто, кроме того, что собран, он еще раскрашен. Полностью каждый вот этот канат, каждый трос, каждая пушечка, каждый человечек, он вот действительно покрашен. Некоторые детали, вот я когда рассматривал, смотрел это, вот действительно то, что сейчас на сборке на столе у владельца располагается, там просто детальки буквально 3-4 миллиметра. И вот эту вот деталь 3-4 миллиметра необходимо покрасить там в 3 или в 4 цвета. Ну и прям это реально классно, когда у человека есть хобби. Я считаю, что это просто действительно очень-очень-очень замечательно. Ну и как бы, мне всегда очень нравились парусники. А вот та же самая модель, она... Когда она вот именно в таком исполнении, не просто когда она серая, собранная, а когда вот она действительно полностью уже готова, полностью покрашена, это выглядит, ну вот, просто космически. Кораблей много, корабли вот именно разноплановые, как рассказывал владелец, только... Два, если мне память не изменяет, корабля, они не имеют вот своих исторических прототипов. Это «Черная жемчужина». Я думаю, многие узнают корабль Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря» и корабль «Призрак». А все остальные корабли — это реально в прошлом существующие техника, которая когда-то плавала по морям, по океанам. Вот это вот корабль, который на данный момент еще сейчас на сборке вот у владельца был, когда видео снималось. И вот если сейчас рассмотрите, да, это вот его название. И вот если присмотреться... Вот просто видите, каждая деталька, вот просто каждая деталька, она должна быть покрашена. Вот каждый тросик, тут как бы тоже снимаю в очередной раз шляпу перед женой владельца, Оксана, вы тоже просто космос, а не человек, в том плане, что вот каждый тросик вот это сделать, вот именно его так подшить, это, ну блин. Это реально классно. Не выглядит это обалденно. Я уверен, то, что для владельца этой коллекции это просто-напросто именно как отдых какой-то. Достали на работе, что-то там не совсем хорошо, просто-напросто прийти в эту комнату, засесть. Ну, вот я по своему аквариуму смотрю, когда что-то там не совсем получается, приехал домой, завис на 20-30 минут около аквариума, ну и как-то вот существующие проблемы, они отходят на второй план немного. Ну а с кораблями, я думаю, эта ситуация полностью аналогичная, просто около этой коллекции можно зависнуть надолго. Выглядит это действительно очень-очень даже классно. Ну а на данный момент вот мы видим уже постепенный запуск аквариума у владельцев. Был небольшой аквариум, и из этого небольшого аквариума живность переезжала уже в существующий. Не без потерь, трудно объяснить по какой причине, но одна или две эуфилии не перенесли переезда, но я уверен, что очень отличные перспективы у этого аквариума. Вижу, как вам с мужем нравится аквариум, как вам нравится действительно живность внутри него. Я на 1000% уверен, что все у вас получится. Ну, а кто посмотрел, кто досмотрел до конца, хочу сказать вам всем огромное спасибо. Такое получилось видео. И до встречи в новых роликах.